Лидер нашей партии Рената Усатый объявила о своей отставке с поста примара Бельц. Объявление сделано после того, как на досрочных парламентских выборах 11 июля избирательный блок Рената Усатый не смог пройти в парламент. «Завтра я напишу заявление на отпуск, а по возвращении подам в отставку». Вчера жители Бельц четко заявили, что не хотят достижений, а хотят, чтобы во главе примарии стоял политик. «Поэтому я ухожу в отставку, а осенью бельчане изберут нового примара», — сказал Усатый. Также он дал понять, что намерен покинуть руководство нашей партии. Он сообщил, что поговорит со своими коллегами и предложит им другого председателя. По результатам парламентских выборов блок Рената Усатого получил почти в 4 раза меньше голосов, чем сам Усатый как кандидат на президентских выборах осенью 2020 года. Таким образом, если в первом туре президентских выборов Рената Усатый набрал 227 тысяч голосов, на парламентских выборах его партия получила всего 60 тысяч.